Все хорошо, товарищи, но последние слова куплета надо пропеть так, исполнять их так, чтобы слушатель почувствовал, что вы очень любите свою землю, безмерно любите свой преображенный край. Издавна люди называли эти места на северо-западе Крыма «черные земли». И называли не даром. Опаленные солнцем, иссушенные ветром земля. Все надежды на редкий дождь. Не встречалось здесь больших сел, оживленных дорог. А ныне совхоз славное, крупное, известное всему Крыму хозяйство. Высокомеханизированное, с передовой культурой производства, поселком городского типа. Днепровская вода напоила землю, обновила этот засушливый край. Каждый поливной гектар работает теперь за несколько суходольных. 10 лет непрерывного роста славного. 2 пятилетки. 8-я – рост энерговооруженности. Курсы на специализацию, концентрации производства. 9-е – резкое повышение урожайности, развитие животноводства, широкий размах строительства. Ну а какие планы здесь на 10-ю пятилетку? Пятилетку эффективности и качества. Какие есть еще резервы производства? Рассказывает директор совхоза, депутат Верховного Совета СССР Александр Григорьевич Гаврилов. Труженики нашего совхоза, как и весь советский народ, встретили решение 25-го съезда нашей партии с полным единодушием и одобрением. Одним из главных резервов в нашем совхозе мы считаем это подготовку и закрепление коллективных кадров. Наше будущее во многом зависит от того, какую воспитаем мы смену. Поэтому вместе со школой мы постоянно ищем новые формы и методы профессиональной ориентации. Наши школьники часто встречаются с придурками хозяйства. Лучшие специалисты нашего хозяйства становятся наставниками ребят. Мы создали ученическую производственную бригаду, и школьники выполняют весь цикл сельскохозяйственных работ. Характерно, что с самого начала мы ребятам говорим, имейте в виду, никакой опеки вам не будет. В своей бригаде учитесь не только работать, но и хозяйствовать самостоятельно. Нужно будет, мы поможем вам, но проявляйте инициативу на галку сами. И вот когда в день окончания десятилетки мы торжественно вручаем им направление на работу в совхоз, то уверены, к нам придут технически грамотные, инициативные люди. По судьбам тех, кто работал в ученической производственной бригаде, можно проследить историю совхоза. Вот так. Вместе с этими выпускниками получил направление в совхоз
и Сергей Рубцов. Из нашего 10 класса почти половина ребят осталось работать в совхозе. В 9 и 10 классе я работал помощником комбайнера. А теперь мне совхоз помог еще получить одну специальность – шофера. И теперь мы, недавние выпускники, часто встречаемся с ребятами из младших классов. И знаете, они не верят нам, что еще 10 лет назад наш совхоз был самым отстающим в районе. Да, когда Сережа Рубцов поступил в первый класс, хозяйство собирало с каждого гектара всего лишь по 11 центнеров зерновых. А когда кончал школу, по 35. Совхоз недаром называют степным гигантом. 16 тысяч гектаров земли и больше половины занято под зерновыми культурами. Для обработки таких огромных площадей механизаторов раньше не хватало. Выпускники школы в совхозе не задерживались. Своих постоянных кадров было мало. Вот почему одним из главных вопросов стало здесь трудовое воспитание школьников. За годы девятой пятилетки в закрома Родины засыпано более 25 тысяч тонн хлеба. Основной фигурой в совхозе стал механизатор. И рядом с наставниками работает молодежь. Все больший удельный вес в экономике совхоза приобретает животноводство. Выращивать ягнят и телят доверено молодежным бригадам. На совхозных фермах особенно ощутимы практические результаты профессиональной ориентации. Рассказывает Клавдия Борилова. По 4000 литров молока от каждой коровы стало нормой для всех доярок нашего молочного комплекса. Большинство мастеров машинного доения – выпускники нашей школы. Училась там и я. А ведь раньше в животноводстве картина у нас была неприглядная. Большая текучесть кадров была. Механизация не только потребовала людей образованных, подкованных теоретически, она значительно подняла престиж профессии. Нет больше доярок, есть мастера машинного доения. Нет больше старых тесных ферм. Есть отлично оборудованный молочный комплекс с медицинским профилакторием, душевыми, телевизором. Навыки, полученные в ученической производственной бригаде, позволяют ребятам после окончания школы сесть за руль трактора.
трактора, комбайна, автомашины. Они быстро становятся классными специалистами. Имя героя социалистического труда Марии Терентьевны Чуприной известно далеко за пределами Крыма. По 140 центнеров винограда с гектара собирают в ее бригаде. Это очень высокий урожай для засушливой зоны. Мария Терентьевна выделила для ученической бригады отдельный участок. Она передает молодежи свой богатый опыт и знания. Совхоз из года в год перевыполняет задания по продаже государству зерна, мяса, шерсти, молока, винограда. Успешно завершили в славном девятую пятилетку. Совхоз удостоен высоких наград. Десятую пятилетку коллектив хозяйства обязался завершить досрочно и увеличить доходы в 1,5-2 раза. Славным бывают делегации из братских республик, гости из зарубежных стран. Им с гордостью говорят, каждый четвертый рабочий у нас выпускник славянской школы. Окончила ее и Людмила Василишина. В детстве я любила работать с мамой в поле. Потом отцу, чем могла, помогала в уходе за комбайном. А в 8 классе уже работала в ученической бригаде. Но была у меня мечта воспитывать детишек. После окончания школы я начала работать в нашем совхозном детском садике. Думаю поступать в училище. У нас с этим хорошо. Совхоз посылает на учебу в институты, в училище, платит стипендии. И ребята возвращаются потом в село. Ведь жизнь у нас теперь, пожалуй, ничем не отличается от городской. В домах газ, электричество, водяное отопление. Рост экономики совхоза позволил успешно осуществить план социально-культурного развития села. Здесь построен дом связи, оборудованный по последнему слову техники. В новой больнице современная медицинская аппаратура. На берегу Черного моря, дом отдыха. Главным открыта музыкальная школа. Помнишь, как то
совхозном музее бережно хранятся фотографии военных лет, документы истории славного. В скупых строчках целая эпоха. Трудом и песнями славится раздольнинская земля. Молодежный эстрадный оркестр Дворца культуры побывал на гастролях в Болгарии и Чехословакии. Большой популярностью пользуется украинский народный хор. В 25-м съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев говорил: «Есть такое простое, известное всем выражение – цветущий край. Так называют земли, где знания, опыт людей, их привязанность, их любовь к природе поистине творят чудеса».